были очень хорошие преподаватели. Конечно, участвовал и в лыжах, там, и в легкой атлетике. Ходил на игровые виды спорта. Но вот это мне очень это все нравилось. Вот по тем временам, да, у нас там были Малаховские, я знаю, что там Смоленские заканчивали это. А то, что как бы я закончил Гацалик, это было очень солидно.